Сотрудники прокуратуры Панамы снова посетили офис фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Они продолжают расследование несанкционированной утечки информации, которая недавно вызвала международный скандал. 11 миллионов конфиденциальных документов Mossack Fonseca попали в распоряжение мировых СМИ. Кто и каким образом их заполучил, и предстоит выяснить панамской прокуратуре. Самой компании утверждают, что база данных за период с 1977 по 2015 годы была похищена в результате кибератаки. Документы разоблачили многих известных политиков, предпринимателей, спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Как оказалось, все они были клиентами Mossack Fonseca, регистрируя офшорные компании в Панаме. В большинстве случаев для уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. Представитель Mossack Fonseca говорит, что власти проверяют возможность взлома компьютерных сетей. Они работают с сервером, на котором хранится база данных, чтобы подтвердить наличие взлома. Власти пока не назвали, кто мог это совершить. Впервые документы были получены немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung» в 2015 году. После этого в течение года велось их изучение под эгидой Международного консорциума журналистских расследований. После публикации результатов изучения документов разразился международный скандал. Во многих странах началось расследование деятельности тех лиц, которые оказались в списке клиентов фирмы. Стоит отметить, что у Mossack Fonseca более 40 офисов по всему миру, включая Латинскую Америку, Европу и США. В адрес компании звучат многочисленные обвинения в том, что она оказывает помощь в уклонении от уплаты налогов, а также в обходе международных санкций.